Я из Таджикистана. Живу и учусь в Воронеже уже 4 месяца. Но и за это время я полюбила город, его природу и культуру. Воронеж подарил не только России, но и всему миру замечательного поэта Алексея Колцова. Алексей Колцов. Так и рвется душа. Так и рвется душа из груди молодой. Хочет воли она, просит жизни другой. То ли дело вдвоем, над рекою сидеть, над зеленую степь, над цветочки глядеть. То ли дело вдвоем, синюю ночь коротать, друга жаркой рукой, как груди прижимать.